меня квартира пятикомнатная. Так. А я живу в заброшке сейчас. А тебя выгнали с твоей же квартиры? Да. Игорь, нет, стой! Стой. Не прыгай! Стой! В доктор скоро. У тебя счастье осталось в жизни какой-то? А это же незаконно, наверное. Чего у тебя столько женщин? Ты как шейх, знаешь? Как султан. Друзья, мы находимся на улице под дождем, и сейчас действительно такие немножко суровые условия, но мы хотим вам рассказать одну историю. Мы повстречали Игоря, он бомж, но у него при этом есть своя пятикомнатная квартира. Давайте посмотрим эту историю и узнаем, как же человек со своей квартирой оказался на улице. Друзья, и поделитесь, интересно ли вам смотреть эту историю, смотреть ее продолжение и увидеть, чем все это закончилось. В России насчитывается более 2 миллионов бездомных людей. К такой цифре приходит исследование оценки числа бездомных на основании данных об их смертности, которое провела независимая исследовательская компания «Валидата». Я не могу вспомнить прям чего-то такого яркого первого, когда я кому-то помог, но мама у нас с братом всегда закладывала то, что помогаете, даже если у вас есть какая-то минимальная возможность. Вы очень красиво танцуете. Очень красиво. Да нет. Я изображаю как старушки. Не, нормально. Вот вы красиво танцуете очень. Что у вас ногой? Отрастет скоро, отрастет. Мой брат и говорил, была бы у меня коленка, я бы так плясал. Да, без колен тяжело. У меня-то есть. У вас есть коленка. Да, да, мне повезло. О! Тан-тан-та-да-да-дан-дан. Эзотерику читаете? Эзотерику? Да. Конечно, конечно. Я верю в силу мысли. Да. Читаю. Ой, да все, Джона Кэхала, Лазарева я читал. Лазарева, помните «Диагностика кармы»? Не читали? Ну вот все, что попадается мне в мою реальность, я все читаю. Игорь! Артур. Ничего себе, вы женщинами обложились, конечно. Майк, огонь. Не надо, все в этом году. Кевин Крянь. Кевин Крянь? Блин, круто. Чего у тебя столько женщин? Ты как шейх, знаешь? Как султан. Пойдем посмотрим, где живешь, интересно. Пойдем. Пойдем. Ну, как обычно. Вы бывшая жена? 18. О, ничего себе, мы про игры репортаж снимаем. Мила моя, привет. Как мама? Мама живая пока. Слава богу. Ты, Сусика. Слушай, ты, мать, не обижай. Не-не. Смотри. Слушай, ну у тебя много женщин было за жизнь, да? Видно, что ты в женщинах разбираешься. Любвеобильный. Я с ней развелся. Почему? Она хотела квартиру поиметь. У меня квартира пятикомнатная. Так. А я живу в заброшке сейчас. А тебя выгнали с твоей же квартиры? Да. А это же незаконно, наверное. Я боюсь мне чуток полицию написать. Паш. Они со мной, я показываю. Хочешь, идем со мной. Кто живет в этой квартире в итоге? Никого. Так а почему ты в ней не живешь, если это твоя квартира? Кто прописан в этой квартире? Брат, мать. Они живут отдельно. Так они прописаны там, а живет там племянник. Там не живет племянник. Я ему квартиру подарил. Я себе. В доктор скоро. Это тот, да? Который спит там сейчас уже. А что ты бухаешь-то каждый день? Да паленку. Паленку? Это что такое паленка? Ну, спирт ненормальный. Это ты где его берешь-то? А вот. Что это, аптека вот. Или что? Какой барыг. А, у барыг? Да, вот типа... раз и два вот там прошу. Они, короче, сами делают. И что стоит бутылка? 100 рублей. Ну у тебя счастье осталось в жизни какой-то? Ради чего ты живешь? Ради чего? Ради чего? Че, проснуться, бухнуть, лечь спать? А что делать еще? Посуду мыл я. Где? Ресторан. Ты посуду там мыл? Да, я дал. Сколько платили за то, что посуду мыл? 1200-1400. За сутки? Да. Ага. Нет, ну до 17 часов. Ну понятно. Нормально. Мы, взрослые, смотрим на ситуации через призму прожитого опыта. Но что если мы посмотрим на ситуацию с Игорем глазами ребенка? Что он, а точнее она, об этом скажет?
Геб, а ты когда гуляешь, либо куда-то идешь, в садик, возможно, ты видела бездомных на улице? Людей, которые живут на улице? А как ты думаешь, почему они живут в таком... Почему они живут на улице, как думаешь? На улице, потому что у них нет денег, чтобы купить себе дом. А почему у них нет денег? Потому что они живут на улице, и им никак не могут накопить деньги. Нужны деньги, чтобы пойти на работу. У них вообще нет денег. Они ничего не делают для этого, да? Они сидят, дайте денег, выпрашивают у людей. Как думаешь, надо помогать таким? Угу. Да? Временным жильем Игоря в период запоя стало заброшенное аварийное здание. Условия, конечно, ужасные. Долго находиться в таком месте мы не смогли из-за запаха. Позвонили племяннику Игоря и предложили встретиться у той самой квартиры Игоря, чтобы понять, почему при живых родственниках и наличии жилья Игорь оказался на улице. То есть за ним мать, там бабуля уже 85 лет, она с ним нянчится. Она с одним живет, он не работает, он на ее шее сидит. И вот этот. Но этот бухает, а он на ее шее сидит. Мне это как бы не надо. С ними нянчиться, еще что-то. Вот, когда отрезал нормально, я ему помогу, ну, чем смогу, грубо говоря. Ну, вот такого мне вот он мне нахуй не нужен. Ну, а что вот с ним делать? Я не знаю, что с ним делать. Его надо просто домой положить, чтобы он два дня отрезал и все. Он же потом опять бухать пойдет. Он дома, он не пойдет потом бухать. Он потом отрезает и пойдет работать. Я тебе сейчас покажу, что у него было со здоровьем. Я ему говорил, ложись в больницу. Он мне сказал, мне не надо никакую больницу. Помните, обеда здесь есть. Это я ее купил. Посуда есть. Че, пойдем в твою комнату посмотрим? Вот этот? Ну, покажи. Всяк лучше, где ты видел, где он сейчас живет? Я не знаю. Там просто заброшенный, тупо дом. Не, ну здесь хоть, конечно, не камильфо, но... Если посмотрел полы, ну что там бычки везде кидают. Вот это все, понимаешь, может просто пыльнуть. Когда дома никого нет, он это может поджечь и будет пиздец. Да, может закончиться все очень. Здесь все сгорит мгновенно. Здесь деревянный перекрытие. Ну здесь, смотри, здесь еще и одежда гилят. Я могу разбирать мусор, он не разбирает ничего. Да понятно, что. А что, Игорь, вот что нужно, смотри, вот есть квартира, вот тебя племянник-то пускает. Есть хоть? Мы сейчас купим тебе продукты. Ключи отобрал у меня. Ну, если ты ломишься и друзей приводишь, это нормально. Я друзей больше не приведу. Есть правила совместного проживания. Это абсолютно нормально, то, что Милан говорит. Ну, слушай, здесь завтра, кстати, похуже даже, чем там. Да, есть такой момент. Блядь, тут дай, Вася. Давай, все. Ебануться вообще. Что делать, Серёха? Сейчас мы за продуктами сходим, придем. Зачем тебе ключи? Мы спустились с квартиры Игоря, и на самом деле там условия, на мой взгляд, не то, что даже равные, где он нам показывал до этого, где он живет, а может быть и хуже. Запах уж точно хуже. Но в любом случае Игорь человек, и помогать, и давать шанс нужно всегда. Поэтому мы сейчас сходим, купим продукты, самую базу, которая нужна Игорю просто для того, чтобы жить, существовать. Естественно, никакого алкоголя, только продукты, молоко, вода и прочее. Мы купили немного продуктов для Игоря, мы пришли в магазин, и женщина-кассир сказала, что он достойный человек, когда не пьет. Очень важная поправка. То есть он добрый, он хороший, он действительно приносит деньги с ресторана, где он работает, отдает, закрывает здесь долги, я как понимаю, за то, что он здесь берет там выпить либо поесть. Мы купили ему немного продуктов, сейчас мы передадим их ему и посмотрим на его изменения. Если он будет меняться в лучшую сторону, то, естественно, у нас будет и желание, и мотив ему дальше помогать.
Но если же он будет дальше пить и делать какие-то непонятные вещи со своей мамой, со своим племянником, вообще с окружающими, то на самом деле пока плана нет, будем смотреть и увидим, что будет дальше. Игорь, нет, стой! Не прыгай! Ну, стой! Да мы сейчас поднимемся. Да 5 минут, подожди, он едет сейчас. У него ключи. 5 минут можешь подождать? Че, пойдем? Все, мы тебе продукт принесли. Пойдем на кухню, тебе все дадим. Ну пошли, просто покажем, что есть, чтобы ты знал. Вон, смотри, все. Короче, давай, кушай. И с ума не сходи, и семью свою с ума не своди. Вы здесь закроете. Ну, конечно. А он не выпрыгнет? Да. Игорь, мы тебя закроем и будем приезжать. Пока. Кушай. На самом деле мы можем за очень короткое время делать большие вещи. То есть сейчас мы познакомились с ним у благотворительного приюта. Буквально спустя 60 минут он уже в своей квартире с продуктами, и у него какой-никакой коннект со своим племянником. Возможно, он действительно вернется на работу, будет зарабатывать деньги и приносить какую-то пользу обществу. Посмотрим на это. Подписывайтесь на канал. Для нас очень важно видеть вашу обратную связь. Чем больше мы видим отклика от вас, от наших подписчиков, тем больше у нас мотивации и желания помогать людям, помогать детям, помогать старикам. Подписывайтесь на канал. Для нас это действительно важно. Друзья, я предвосхищаю ваши комментарии о том, что, возможно, этому человеку не нужно было вообще никак помогать, что лучше бы эти деньги и время, и энергию мы бы направили на детей, возможно, на бабушек, но мы и так помогаем и детям, и бабушкам, и приютам для собак и кошек. Но мы подумали о том, что если этот человек появился в нашей реальности, то почему бы и ему не помочь, посмотреть, что из этого выйдет. Напишите, пожалуйста, в комментариях о том, что нужно ли это делать, ваше видение на эту ситуацию, сможем ли мы исправить эту ситуацию и помочь человеку начать жить более качественную жизнь, более лучшую жизнь. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Для нас это очень важно. Смотрите, хотел бы спросить, мы вот просто на итоге монтажа сейчас, как он, что он, ушел из дома, не ушел из дома? Да не, нормально, все, отрезвел, все хорошо. Все, он отрезвел и дома, а работать пошел? Да, он сейчас договорился уже. А, ну то есть все нормально, да? Чуть-чуть мы помогли все-таки. Да, спасибо. Все, вам тоже спасибо за отзывчивость, всего хорошего. Друзья, прошла практически неделя, как мы виделись с Игорем первый раз. Ты помнишь, да, эту встречу? Слушай, я тебя сейчас, честно, не узнаю. Ты постригся, ты побрился, ты свеж и бодр. Ага. Я возьму-то обратно, сейчас я за ноги отойду. Слушай, вот мы приехали, купили тебе продуктов, заселили домой. Тебя домой. Да, для тебя это было полезно, помощь это была? Естественно, конечно, да. А, слушай, ну очень приятно, что ты это ценишь. А так бы я бы домой не попал бы. Ну, блин, да круто, что хэппи-эндом все закончилось, ну, что вы не ссоритесь. И сейчас я смотрю на тебя совсем другой человек. Вот что значит вот не пить какое-то время. Давай ты и дальше так продолжишь. Так, ты будешь зарабатывать там свои деньги. Сколько вообще за месяц может выходить вот так вот? Летом по 40 тысяч. По 40 тысяч в месяц, слушай, нормально. Для Самары это нормально. Вон Серега, у тебя есть друг вот новый, вот с ним вот можно тусоваться. Он не пьет, он молодец. Я знаю. Он помог. Он помог? Да, действительно помог? Подошел ко мне бы. Серега, ты из нашей команды, красавчик вообще, молодец. А есть ли у тебя какая-то вот мечта, вот прям вот что-то, чего ты, возможно, думаешь, что я не достигну уже в этой жизни, но она есть у тебя? Возможно, у тебя есть что-то такое в сердце? Найти нормальную женщину. Найти нормальную женщину и любить ее. Да, не пьющую. Да, не пьющую это обязательно. Потому что сейчас трудно начинать. Еп, а вот мы говорили про бездомных. Вот они живут на улице. Как думаешь, почему их дочки их не заберут, их дочери? Почему они их не заберут домой? Ну, наверное, их дочери, они просто уже, у них уже есть крутая одежда, а они на улице немного пыльные и не хотят, чтобы испачкались или что-нибудь. Ну, это же их папы, разве не могут их взять, помыть, почистить, и вот опять все хорошо. Помыть, почистить? А если, допустим, у дочери там немного ванн засорилось,
или раковину там воду отключили. Так. И нельзя никак, воды нету. Я понял тебя. Но здесь уже, конечно, потяжелее будет. Ну вот, а папа вот у тебя вот грязный, например, остался на улице, а воды нет. Ну пустил бы его все равно. Нет, ну если бы была питьевая вода немного, которая лишняя есть, я бы ванну заснула и водой немного лишней помыла. Угу. Ну лишняя обязательно, да? Которую... Я вообще не хочу пить больше. А, ребят, напишите в комментах, если вы хотите, чтобы Серега вместе с Игорем пошли на работу. Серега скажет там слово за Игоря, но ты должен держать это слово, и не да, пить. Естественно. И чтобы мы через какое-то время приехали на работу к тебе, да, и посмотрим, и ты докажешь и покажешь, что ты умеешь держать свое слово, и что да, ты не начнешь пить, и что ты будешь, естественно, помогать там этому ресторану зарабатывать деньги, встречаться с женщинами и наслаждаться этой жизнью. Да. Все, ты даешь слово? Да, я даю слово. Я жму тебе руку, Игорь. Ваши дочки вас ждут домой, только приходите приличные и чистые.